А с героином как? Нет. Героин есть. Героин есть, точно, по вашим словам. Героин есть, но у кого? У тех же... наркодилеров. Ну, а как? У кулаков. Кулаков. Ну, нам, понятно, ничего не дают. Владимир Ильич, если дело так дальше пойдет, вы меня извините, не бывать советской власти. Да. Да, конечно. Они вам покажут кулаки-то. Вам? Кому вам? А вам, думаете, не покажут, Владимир Ильич? Да и мне тоже достанется на орехи. Без того. Так, Степан Иванович, что же нам делать с врагами? С врагами? Не знаю, как, Владимир Ильич, вы скажете. А я вот что думаю. Что, если нам рабочий класс двинуть в деревню? Питерских рабочих. Тысячами. Да с семьями. А там соберем... гопоту. Да вместе с нею на кулаков и нажмем. Вот какая история. А ведь уж если мы нажмем, так кулаку не устоять ведь. Да, ясно. Если орков к себе перетянет, не устоять. Орка? Вот это верно, это верно. Тогда не устоять. Не устоять, не устоять. Будет и героин. Будет и советская власть. Будет и советская власть, я очень хорошо разглядел.